Мы уже в эфире, давайте А вот тут начнем. написано «Live Да, now», и отлично. Написано, что даже 1000 очень. Супер, хорошо, с небольшими техническими неполадками, проблемами, но все же, мне кажется, мы начинаем наш круглый стол. Всем здравствуйте, меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я сегодня приглашенный модератор на YouTube-канале «Любови Соболь». Мы сегодня обсуждаем тему «Россия после войны». У меня здесь стоит знак вопроса, поясню позднее, почему я его поставила. А пока поприветствую участников нашего круглого стола, нашей небольшой такой конференции. Это Юлия Латынина, журналист, писатель. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, Любовь Соболь, хозяйка канала. Спасибо за предоставление этой площадки. Любовь Соболь, политик. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте, очень рада всех видеть. Марк Фейген, юрист. Здравствуйте, Марк. Рад приветствовать всех. И политик Михаил Ходорковский. Здравствуйте, Михаил Борисович. Здравствуйте. Собственно, почему я поставила знак вопроса в теме «Россия после войны». Можем ли мы говорить, что сейчас, 11 апреля, мы уже находимся в той точке, когда можем говорить слово «после»? То есть есть ли у каждого из вас какое-то довольно четкое понимание, чем это все закончится, раз мы можем предполагать, что будет после этой войны? Юлия Латынина, пожалуйста, вам слово. Нет, у меня нет четкого понимания, потому что война, собственно, тем и отличается, что в ней каждую секунду меняются обстоятельства. И вот, например, Путин предполагал захватить Киев в 2 дня. Мы видим, что ему это не удалось. А потом они сказали, что они переходят к плану «Б» и вводят войска на Донбасс. Но мы видим вот в настоящий момент, что, судя по всему, те войска, которые выехали из Бучи на стиральных машинах и холодильниках, они не очень боеспособны, и они вот пытаются их перегруппировать в Клинцах, а они все пытаются от этого дела откосить. Ну, не все, но, видимо, многие. Я не сомневаюсь, что наступление на Донбассе рано или поздно начнется, но вот вопрос боеспособности этих частей под вопросом. А поскольку все, что происходит, решается на самом деле на поле боя, а на поле боя ситуация по определению непредсказуема, то, конечно, мы не знаем, чем дело кончится. А это самое главное. Любовь Соболь, пожалуйста, тот же вопрос к вам. Как вы считаете, находимся ли мы уже в той точке, когда можем обсуждать после войны? Есть ли у вас понимание, чем закончится эта война? Что касается войны с Украиной, то, конечно, война не закончена. И есть разные прогнозы и оценки, когда пройдет горячая фаза, и все может перейти в фазу холодную, затяжную войну, агрессию уже на востоке Украины и так далее. Но я думаю, что это не преждевременное обсуждение, а наоборот, может быть, даже немного запоздалое. Я думаю, что сейчас это рефлексия о том, как должна выглядеть Россия, что будет после войны, что будет после Путина, что делать сейчас и что делать потом. Это очень актуальные вопросы, и они стоят на повестке дня сейчас, мне кажется, даже больше, чем когда-либо. Поэтому я думаю, что сейчас как раз это нужно обсуждать. И, собственно, поэтому я инициировала эту конференцию. Мне кажется, такая рефлексия, она должна начаться, и пусть она проходит на разных площадках с разными гостями, спикерами, журналистами, политиками, общественными деятелями, опинион-мейкерами, и высказывают разные точки зрения. Где-то будут спорить люди, где-то будут находить компромиссы, но это то, что нужно сейчас обсуждать. И где Путин, там война. Да? То есть сейчас мы видим катализацию тех процессов, того кризиса, в который Путин привел нашу страну, и выходить из этого кризиса рано или поздно придется. Вот как это делать, я бы, собственно, и хотела обсудить. И, может быть, не только в этой конференции она все-таки закончится, но и дальше, чтобы такая дискуссия в нашем обществе все равно жила. Спасибо большое. Вопрос и Марку Фейгену тоже. Есть ли у вас сейчас какое-то понимание, чем это может закончиться? Потому что все же
Это тоже важная такая точка, из которой можно делать следующее уже предположение, что будет после. Ну, вы знаете, в принципе, война может окончиться тремя способами. Да? Поражением, победой или ничьей. Ну, ничья, которая зачастую бывает как поражение, неотличимое от победы, или наоборот. Точно абсолютно в этой конструкции точно не будет победы, потому что победа совсем другое предполагает, совершенно иное и характер, и последствия. А вот что-то среднее между поражением и ничьей мы уже имеем сейчас. То есть для того, чтобы обсуждать, что будет происходить дальше, ну, важно понять отношение самой власти Путина к тому, что произошло. Для него это, безусловно, вызов. И это последний, по-видимому, вызов. Много у этого причин, поскольку он находится в некой терминальной стадии и физической, и политической. Ну, просто очень давно он сидит и так далее. И такому людоеду, в общем, конечно, срок-то отмерен. Поэтому для него последняя возможность, на мой взгляд, для того, чтобы как-то конвертировать поражение хотя бы в ничью, необходимо показать реальный результат. Не такой, который можно было бы двусмысленно трактовать, потому что часто я слышу точку зрения о том, что можно продать за победу хотя бы относительный успех, локальный какой-то. Да? Ну вот возьмут Мариуполь, вроде как Херсон под контролем. Это очень уязвимая точка зрения, потому что, правильно сказала Юлия Латынина, ситуация переменчива, сегодня ты что-то взял, а к утру уже потерял. Поэтому он не удовлетворится, не может удовлетвориться относительным результатом. Здесь релятивизм недопустим. Ему все-таки необходимо из-за всех издержек, которые несет с собой эта война, и это издержки не только военные, связанные с полем боя, погибшими и так далее, но и с тем, во что он перевел страну. То есть ее состояние теперь точно до 24-го совершенно иное, это пропасть. Дело не только в санкциях, экономической войне, которую Запад начал против путинского режима, а в значительной степени фазы, в которую вступила страна, потому что в области экономики это уже точно не госкапитализм, это что-то другое с распределительными элементами. В области в политике это, ну, сужающийся круг управляющих в авторитарной системе с отдельными тоталитарными элементами, которые преобразовывается в систему тоталитарную по-настоящему. То есть тотальный охват уже налицо. Частные свободы минусуются. И в этой ситуации нужно как-то оправдать все, что происходит. Потому что социальное положение будет меняться в худшую сторону. Положение страны в целом. Полминутки. Угу. Да. Поэтому я предполагаю, что у Путина есть желание конвертировать вот эту ничью или не победу, как минимум, в какой-то хотя бы относительный локальный выигрыш. Спасибо большое. Михаил Ходорковский, пожалуйста. Приветствую всех. Ну, конечно, я согласен с Любой о том, что говорить о том, что будет после войны, уже самое время, поскольку, когда это после наступит, то, в общем, думаю, у нас не будет так много времени для подобного рода обсуждений. Можно ли сегодня с уверенностью сказать, как это будет после? Наверное, еще нет, хотя некие контуры уже проглядываются. Мы понимаем, что войну Путин уже не выиграл. Здесь я с Марком согласен. У него были вполне поставленные конкретно задачи. Он эти задачи не достиг, как мы понимаем, и не мог достигнуть, потому что Украина уже сложившееся национальное государство, а он из своего бункера этого не заметил. Вот второе, то, что мы можем убедительно сегодня, в общем, с полной уверенностью говорить, что санкции не будут сняты до тех пор, пока у власти находится Путин. А эти санкции, ну или их большая часть не будет снята, означают, что Россия будет иметь огромный дэмидж на международном рынке. То есть страна не сможет ни в какой мере быть технологически, соответствовать своим масштабам с технологической точки зрения. То есть никаких там высокооплачиваемых рабочих мест, никакой развитой науки, никакой высокой эффективности в производстве не будет. Чего нам не ясно?
Нам не ясно на сегодняшний день, поскольку Путин явно воюет не с Украиной, он много раз уже об этом говорил, он воюет с Соединенными Штатами и НАТО. Вот мы не знаем, где конечная точка этой войны. Будет ли на этой стадии переход через границу Украины? Будет ли он на следующей стадии? Если будет, то в какой форме? Будет ли Путин в качестве последнего козыря выбрасывать на стол применение тактического ядерного оружия или не будет? Будет ли он проводить массовую мобилизацию в России или не будет? От ответа на все эти вопросы очень зависит та конфигурация, которая будет после войны. Спасибо большое. Еще разобрались с нынешним, да, таким статусом изменчивым. Давайте тогда все же попробуем поговорить о том, что будет после. И понятно, что нужно обсуждать и экономические, и политические, и геополитические проблемы. Возможно ли вообще здесь выстроить некую иерархию этих самых вызовов для России после войны? Что будет первоочередным, с чем придется столкнуться России, и в первую очередь, что придется решать, какие вопросы, какие проблемы? Юлия Латынина, пожалуйста. Вы знаете, мне кажется, что мы столкнулись с довольно неожиданной ситуацией, хотя приблизительно то же самое было с Саддамом Хусейном после первой войны за освобождение Кувейта. Я имею в виду, что раньше страны, которые терпели военное поражение такого размаха, которое терпит сейчас Россия, потому что Россия потерпела беспрецедентного размаха поражения в Украине, и российская армия продемонстрировала беспрецедентную некомпетентность и беспрецедентную коррупцию. В 18-19 веке, конечно, такие поражения не проходили даром, потому что враг вторгался на территорию самой страны, и страна либо расчленялась, либо ей как-то приходилось выживать, происходили дворцовые перевороты и так далее, так далее. А вот сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда явно никакого вторжения на территорию России, несмотря на всю некомпетентность, не будет, а будут только экономические санкции. И нам предстоит увидеть, являются ли экономические санкции таким же эффективным оружием, как военное поражение? Ну, потому что, например, у Гитлера, у Германии, скажем, в конце Второй мировой войны не было выхода, кроме как перестраиваться, потому что ей было нанесено военное поражение. Нам предстоит увидеть, являются ли экономические санкции эффективным оружием, или наоборот, они сплочают народ вокруг режима в бездонной нищете, в которой государство становится единственным гарантом, который выдает какие-то деньги, и, соответственно, все, как в Северной Корее или как в Афганистане, начинают зависеть от царствующих талибов. А что же касается непосредственно того, что внутри России, то я вижу приблизительно три сценария. Один заключается в том, что совершенно несомненно, что люди вокруг Путина сейчас будут пытаться кушать друг друга, обвиняя противоположствующую сторону в военных поражениях. Я думаю, что первыми будут скошены околопутинские олигархи типа Чемизова, которым просто ничто не поможет, тем более, что эти люди в основном существовали в том числе и за тем, чтобы коррумпировать Запад, который, ну, это, в общем, бесполезные теперь по нынешним временам люди. Соответственно, ФСБшники будут пытаться свалить все на министра обороны. Министр Шойгу будет пытаться свалить все на ФСБшников. Мы видим, что пока, видимо, у него выходит лучше, потому что, судя по всему, арестован именно генерал Беседа за пропавший на подготовку антимайдана 5 миллиардов чего-то. Минута. Там. А вот другой, это что они будут жрать друг друга, это наиболее вероятный вариант. Второй, менее вероятный вариант, мне кажется, верхушечным переворотом, то есть они сожрут не только друг друга, но и Путина. И третий, тоже не очень вероятный вариант, мне кажется, что в какой-то момент народ от голодухи начнет выходить на улицы,
И этим, опять же, воспользуется верхушка, чтобы сместить Путина, потому что ей такая жизнь надоела. За первое я готова ручаться, за второе и третье, к сожалению, нет. Спасибо большое. Любовь Соболь, пожалуйста, можем ли мы сейчас примерно выстроить вот эту иерархию, какие-то приоритеты расставить, с чем придется столкнуться, основные вызовы, какие проблемы придется решать после войны в первую очередь? Надо, во-первых, понять, после войны в путинской России или в России без Путина – это абсолютно разные истории, потому что если будет Путин, то обсуждать что-то бессмысленно, какие-то реформы или какой-то, не знаю, рост экономики, об этом всем точно можно забыть. И сейчас это стало, мне кажется, очевидно всем людям, которые до этого питали иллюзии, что при Путине возможно сделать какое-то открытое правительство или какую-то другую историю по реформам. Если не будет Путина, то, конечно, нужно восстанавливать будут, ну, практически все отрасли экономики, народного хозяйства, общественной жизни, потому что разрушено все. Разрушен институт, разрушены СМИ, разрушены какие-то некоммерческие организации, промышленность, экономика, пенсионная реформа. Куда ни посмотри, везде провалы, и все держалось именно на силе принуждения и на коррупции, которую Путин выстраивал под себя. Если не будет Путина, то эта система коррумпированная будет, ее нужно менять. Фактически нужно менять на демократическую Россию. Вот. Мне нравится сейчас обсуждения, которые начались уже публично, с рефлексией людей, которые до этого поддерживали Путина, о том, что как кто-то был неправ в 90-е, как сделать так, чтобы сейчас Россия вообще сохранилась. И для этого, конечно, нужно поворачивать государство лицом к людям, делать демократические институты устойчивые, то, что не получилось сделать в 90-х. И, соответственно, налаживать разные отрасли жизни. А при Путине это сделать невозможно. Где Путин, там всегда война. Либо горячая, либо холодная. Сейчас катализировались эти процессы, но перемен при Путине не будет. Без Путина в первую очередь нужно, конечно, то есть сделать так, чтобы вообще государство сохранилось хоть в каком-то виде, потому что есть большие вопросы о том, с какой территории Россия сохранит сама себя после этой войны и после Путина. Не начнутся ли разные отделения, и то, что было после Советского Союза и Афганистана, да, что будет дальше, под большим вопросом. Поэтому государство должно сохраниться, государство должно быть переориентировано на людей, на построение устойчивых институтов демократии, которые дадут, собственно, и экономический рост, и рост благосостояния, безопасность, права и людям, бизнесу и всему остальному. Спасибо большое. Пожалуйста, Марк Фегин. Ну, я, в общем, что будет после Путина, по-моему, Любовь Эдуардовна достаточно подробно описала, там более или менее всем понятно. А как действительно все-таки от Путина избавиться? Причем под Путиным мы предполагаем не просто, значит, диктатора, деспота, а систему власти. Я вижу это так, что существует, ну, три важных актора. Один политически субъектен сильно, второй тоже политический субъект, а один нет. Вот один нет – это народ, потому что по существу то, о чем вы говорили и говорили предыдущие спикеры, на народ рассчитывать как на движущую силу этих перемен не приходится, потому что все делалось для того, чтобы он был выключен из этой системы отношений. Он не решает, кто, собственно говоря, как передвинуться клетки наверху, потому что это для таких систем вполне имманентно присуще. Да, это не исключает возможности бунтов внизу, которые манипулируемы сверху, но, еще раз повторяю, представить себе какое-то возмущение, доходящее до масштабов, которые позволят произвести перемены, ну, я, в общем, не вижу, хотя, повторяю, это вопрос дискуссионный. Что касается двух остальных игроков, это сама система власти, то есть аппарат власти, класс власти. Причем в нем есть иерархия определенная. Безусловно, силовая его часть является более сущностным актором. Вот, а внутри нее мы видим
столкновение. Ну, это чисто русская уже история, когда кто виноват, что делать. Вот. Без кто виноват вообще ничего не бывает. А чувство самосохранения, с одной стороны, это такой коктейль. Чувство самосохранения, оно главное. И одновременно каким-то образом желание выскочить, в принципе, из этого адского круга, такой ленты Мёбиуса. Потому что репрессии неизбежны со стороны, значит, верховного лица, потому что, ну, нужно как-то оправдывать все, за что было заплачено такой высокой ценой. Но не на себя же принимать эту ответственность. Поэтому внутри аппарата неизбежно это противоречие, неизбежно этот раскол. И третий актор, очень важный, который влияет на этот раскол, это Запад. Запад сейчас является источником положения России. Геополитического, геоэкономического и всякого другого. Санкции и экономическая война – это источник проблем России. А тот, кто управляет этими проблемами, является одним из решающих акторов. Более того, угроза термоядерной войны, которой так легко жонглирует Путин, она привела к переключению тумблера. Никто не собирается больше с ним договариваться. Вот это очень важная вещь. Поэтому у Запада наверняка есть союзники среди тех, внутри аппарата второго актора, которые готовы что-то предпринять для того, чтобы избавиться от Путина как такового. Спасибо большое. Михаил Ходорковский, Михаил Борисович, как вы считаете, главные вызовы и главные проблемы, которые в первую очередь придется решать после окончания войны? Соглашусь с коллегами, здесь надо разделить историю с Путиным или без. Если с Путиным, то мы будем решать проблему, как начать новую войну и как в этой войне выиграть. Значит, что для этого Путин будет делаться? Ну, в общем, достаточно понятно. Будет зажиматься внутренняя жизнь, будет очередной раз модернизироваться армия, будет очередной раз пытаться восстановиться оборонный комплекс. На всем этом будут грабиться немалые деньги, ну, а Запад будет всячески этому противодействовать, насколько он сможет, поскольку... И здесь я опять же соглашусь с коллегами, что человек, который однажды всерьез угрожал миру ядерной войной, совершенно, так сказать, для, к этому никаким образом не ведущей ситуации, этот человек уже перестал быть для Запада договороспособным. Второй вопрос – это без Путина. Без Путина... Я, собственно говоря, сейчас целую книжку на эту тему написал, «Как убить дракона». Так вот, во-первых, это, конечно, без всякого сомнения, урегулирование вопросов с внешним периметром, без этого ничего не будет. Во-вторых, как следствие урегулирования с внешним периметром, это снятие санкций, ну а дальше уже все остальное по очереди: децентрализация, образование, федерализация, денацификация, так сказать, ну или точнее депутинизация и тому подобное. Переход от одного второго, от одного ко второму, то есть от России с Путиным к России без Путина, видимо, без крови не обойдется. Ну, насколько это будет большая кровь, зависит от, в том числе от путинского окружения, потому что самая маленькая кровь – это табакерка, ну, а дальше по нарастающей, всякое возможно. Я не верю тоже в восстание народа, потому что невооруженный народ в современной истории, к сожалению, не может противостоять вооруженным защитникам режима за деньги. Вот. Но это не означает, что среди этих вооруженных защитников все так уж хотят разделить судьбу Путина в среднесрочной перспективе. Спасибо большое. Татьяна, меня... а можно я задам вопрос? Вот я бы хотела задать его... Только уточните, пожалуйста, да, кому вы задаете вопрос? Конечно, я думаю, что я хотела бы задать вопрос Михаилу Борисовичу, но, может быть, и Марку тоже. Вот я хотела бы уточнить, с их точки зрения, особенно Михаила Борисовича, как выглядит позиция Запада. Потому что я совершенно согласна, что Запад понял, что Путин не договороспособен, что он хочет его изолировать, и он что точно будет делать так, чтобы Путин не причинял вреда никому, кроме самой России и, естественно, еще и Украины. Но я не вижу, есть или нет у Запада желание полностью покончить с Путиным. У них бесспорно есть возможность это сделать даже с помощью санкций, если устроить полную экономическую блокаду России.
России, если перестать покупать нефть и газ, то действительно, я думаю, режим пойдет. Но вот я вспоминаю историю Саддама Хусейна, который, когда он вторгся в Кувейт, его обезвредили и Кувейт вернули на место. Но если вы помните, после Первой Иракской войны США не продолжили вторжение в Ирак, и они решили, что типа Саддам Хусейн сам падет из-за экономических санкций, чего не произошло. Соответственно, у меня вот вопрос к Михаилу Борисовичу. Он, извините, что я его так долго формулирую, но мне кажется, что здесь очень важно точно сформулировать, что именно я спрашиваю. Признание недоговороспособности Путина Западом означает то, что Запад обезвредит Путина, или то, что Запад сделает все, чтобы его свергнуть? Если вы спрашиваете, будет ли проведена наземная операция в России, то, конечно, нет. Если вы спрашиваете, поставит ли Запад перед собой задачу убить Путина, возможно, но мы об этом не узнаем. Если вы спрашиваете, будут ли до конца доведены санкции, даже которые для Запада являются очень тяжелыми, есть разные точки зрения об этом, но вот так, как смотрится сегодня, скорее всего, что санкции будут сохранены практически в полном объеме, вне зависимости от окончания или не окончания горячей фазы войны. То, что с Путиным не будут договариваться, будут договариваться, конечно, будут договариваться, но ни в какой момент не будет теперь уже снята с повестки дня задача лишить Путина свободы маневра. То есть вот все, что можно сделать для того, чтобы его лишить свободы маневра, все будет делаться. И с технологической точки зрения, и с геополитической точки зрения, включая, я так думаю, что так сказать, все сепаратистские движения, которые сейчас есть в России, они получат возможность развиваться. Вы, Михаил Борисович, так и не ответили на мой вопрос. Обратите внимание... Можно я тоже перебью? Да, у меня, да. Потому что предложение Юлии Латынина тоже был такой вопрос, и, конечно, может быть, не Михаилу Борисовичу на него нужно отвечать, а кому-то еще, но давайте, может быть, его сейчас, если он был задан, все равно обсудим. Вопрос был, как мне показалось, сформулирован так, что будет ли усилено санкционное давление вплоть до эмбарго на там, нефть и газ в ближайшие... Да нет, Любовь, вопрос был сформулирован предельно понятно. Но мне кажется, Михаил Борисович как раз в первой части ответа он сказал, мне, что скорее мне нет. Казалось, что я очень четко ответил. Да, по-моему, это четкое нет. А вот если вы спрашиваете про санкционное давление, в том числе эмбарго на нефть и газ... Да, они будут поэтапно вводить, по моим оценкам, в течение 2 лет они сделают так, что при поставке нефти и газа на экспорт мы будем иметь постоянный дисконт в районе 20-30% от цены. Это максимум того, что реально говоря на глобальном рынке они могут сделать. Но это уже неприятно. Но для режима это совершенно не смертельно. То есть, про смертельность режима, кстати, вопрос тогда к Юлии Латыниной. А вы что считаете смертельным для режима? Физическое несуществование Владимира Путина? Вот не будет Нет. Путина и сразу развалится весь режим? Нет, будучи реалистом, да, я не рассматриваю вопросы, что там прилетят марсиане или кого-то взорвут или так далее, или табакерка, даже не рассматриваю табакерку, во всяком случае понятно, что если табакерку кинет, то ее то кинет не Запад. Я имела в виду, на что будут направлены западные санкции, на изоляцию режима или на его уничтожение. И тоже, будучи реалистом и пессимистом, я согласна с Михаилом Борисовичем, что эти санкции будут направлены скорее на изоляцию и на обезвреживание режима. Так что, если кто-то в России будет очень тосковать по зарубежным яхтам, то табакерку ему придется кидать самому. У меня вопрос к Марку Фейгину. Вот вы говорили про акторов, которые могут повлиять на конец этого режима
И у меня вопрос, все-таки мы так или иначе говорим о войне и о ее последствиях. Тот результат войны, который мы увидим, то, что захочет Кремль выдать за реальность, или то, что будет на самом деле, насколько это важно в поведении акторов? Ну, во-первых, у Кремля безвыходное положение, ему все равно надо что-то продавать. Даже если бы завтра Донецк и Луганск заняли силы ВСУ, то все равно пришлось бы что-то, какую-то картинку продавать, потому что ожидания очень высоки. Дело не в том, что население в состоянии возмущенно, не получив того, что они хотели, значит, двинуться на Кремль и добиваться своего. Не об этом речь. А о том, что, собственно говоря, очень тяжело будет в дальнейшем управлять огромной этой массой, сподавливая ее там на новую войну, а это действительно справедливо, абсолютно не добившись результата, нужно же как-то компенсировать это все, нужно как-то заместить, значит, нужна какая-то новая война. Другое дело, что вот я бы сказал, что у Запада гораздо больше, я с Юлией Латыниной действительно согласен, для уничтожения режима средств, но я не уверен, что он не станет их применять. Вы понимаете, какая проблема? Россия – огромная страна, ее сложно сравнить с Ираком, с тем же времени Саддама Хусейна. Дело в том, что у нее огромное же количество проблем. Если сейчас Запад вложится серьезно в давление на то, чтобы создать эти проблемы, неважно, вдруг ни с того ни с сего Грузия захочет пересмотреть вопрос с Абхазией, Южной Осетией, значит, начнутся какие-то движения в Приднестровье и так далее, которые, в принципе, могут иметь некоторый успех и на украинском театре военных действий, поскольку Россия-то голая, все существенные ресурсы военные направлены туда. У России сейчас по существу нет военного потенциала для того, чтобы какие-то вопросы решать. Ну, то есть, в принципе, известно, что на два фронта воевать невозможно. А если этих фронтов будет 3-4? У Запада, повторяю, эти рычаги есть, поскольку вопрос санкций уже решен. И последнее, о чем я хотел сказать. Вот как Запад снял как бы себе ответственность и переложил ее на тех, кого он подводит под санкции, избавить их от Путина. Раньше ведь они долго беседовали. Вы знаете, как Фридман приезжал с Авином в Atlantic Council, говорил, ну а что мы можем сделать? Да, и опубликованы комиссии Мюллера были их показания и так далее. А сейчас никто уже над этим не задумывается. Они просто раздают, как в лавке, эти санкции, переходят к следующему этапу, возможным отдельным каким-то актом конфискации или там, замораживания до степени, когда обнуляется актив. И это ведь новое нечто, понимаете? То есть, и, безусловно, это делается, на мой взгляд, исключительно и только для того, чтобы эти люди сами думали, как им решить эту проблему. Ну, не конкретно этим, а в более широком масштабе. И я думаю, что важна критическая масса. Возможно, она или нет. Аппарат власти, он ведь ему не нравится так жить. Он так жить не хочет. Он хочет вернуть все по-прежнему. И это важный побудительный мотив, я вам скажу. Любовь, у меня к вам еще есть уточняющий вопрос, и дальше, я думаю, перейдем к тем вопросам, которые прислали наши зрители. Вы говорите про то, что нужно будет строить новые институты, все восстанавливать. А кто будет этим заниматься? Режим Владимира Путина строится не только на Владимире Путине. Это огромное количество людей, которые на протяжении 22 лет работали определенным образом в системе, и они не умеют по-другому. Как здесь быть? Ну, во-первых, я не уверена, что все люди не умеют по-другому. Есть, понятно, силовики, которые умеют только бить дубинками, сажать под аресты, пытать в тюрьме швабрами. Да, и силовики вряд ли, вот эти силовики, которые сейчас работают при Путине, они могут перестроиться. Для реформирования силовых структур нужно, конечно, сносить все и строить буквально там с нуля. ФСИН, полицию, там, да, прокуратуру и так далее. Все эти органы сейчас, они не могут функционировать с теми же самыми людьми по новым правилам. Эти люди просто психологически даже не смогут перестроиться на режим нормальной работы в любой демократической стране. Что касается экономического блока, да, и других там, ведомств Путина, то я думаю, что эти люди
смогут перестроиться. А во-вторых, это, конечно, то есть вот эта сама постановка вопроса, мне кажется, она изначально немного неправильно. Это вот из разряда «если не Путин, то кто?» У нас есть один Путин, и больше некому восстанавливать страну. Я не хочу вас расстраивать, желающих. Любовь, да. Но огромное количество людей, например, считает коррупцию приемлемой. Вот бытовая коррупция для них – это часть жизни. И вы знаете, что индекс принятия и терпимости к коррупции в России просто чудовищный. И надо просто трезво оценивать, с чем дело-то иметь. Дело имеется в следующем. Должна быть сплоченная элита, которая будет настроена на реформы и на демократические институты. Эта сплоченная элита проведет преобразование достаточно быстро. Понятно, что в любом обществе есть какой-то процент людей, которые всегда будут нарушать закон, там, не знаю, маргиналы, да, там и так далее. Есть люди, которые будут всегда жить по правилам, и если нужно дать взятку, но при этом, да, чтобы получить права, они не будут давать взятку и все равно будут пытаться там с 10-50 раза эти права на вождение машины получить. А большинство людей, оно живет по тем правилам, которые приняты в обществе и которые удобны. Так вот, задача элиты – это сделать правильно правила такие, которые будут удобны и понятны всем, когда легче будет не нарушать, чем нарушать, и когда такая модель общества, поведение общества будет правильное. Поэтому правильные месседжи сверху, правильное налаживание институтов, сделать все по уму, и тогда люди перестроятся, и им будет привычно и проще жить в нормальной стране, чем платить какую-то взятку. И есть примеры того, примеры стран, у которых это получилось сделать, у которых быстро прошел этот скачок, да, есть реформы в Грузии, которые были проведены, есть электронное правительство в Эстонии. Эстония как отличный пример страны, у которой получилось, да, отойти от советского прошлого и сделать так, чтобы государство работало эффективно в интересах граждан. Поэтому есть большое количество россиян, которые сейчас, кто-то остался в России, кто-то уже давно уехал, кто-то недавно уехал, но которые имеют и желание, и мозги, и квалификацию, и опыт для того, чтобы восстанавливать Россию и делать необходимые реформы в информационной сфере, в социальной сфере, да, образование, медицины и так далее. Поэтому надо просто дать им эту возможность, потому что при Путине идет отрицательная селекция. Невозможно ни одному здравомыслящему человеку со своими моральными принципами в этой системе остаться. Поэтому надо перестраивать систему сверху, и тогда, собственно, люди найдутся. А элита, думаю, видимо, сама себя подправит. Ну, окей, нет, нет, хорошо. Вы же говорите, да, то есть кто будет восстанавливать? То есть люди есть. Люди есть, хорошо. А людей не пускают в эту систему принятия решений. Окей, спасибо большое. Вопрос от нашего слушателя, и я, наверное, попрошу Михаила Ходорковского ответить на этот вопрос. Как долго сможет существовать Россия в режиме КНДР? То есть жесткие санкции, полностью закрытая страна. Это ведь один из сценариев. До смерти Путина сможет, потому что на сегодняшний день Путин, в общем, сложил вокруг себя такую систему, где люди понимают, что после Путина, вот самые ближние к нему, они хорошо жить не будут. И или Путин, так сказать, уйдет из жизни, или, так сказать, эта система будет поддерживать себя силами тех там, нескольких десятков тысяч человек, которые готовы стрелять по людям. Есть, конечно, альтернативный вариант, когда армия выступает против, и, соответственно, она сносит режим, но в России армия не особо субъектна. И таких примеров в нашей истории не так, чтобы сказать, чтобы много было. Поэтому до смерти Путина будет, причем смерть в данном случае, так сказать, достаточно просто его выход из работоспособности. То есть лет 15 еще очень может быть в режиме КНДР. Не самый утешительный прогноз. Можно я добавлю маленькую деталь? Да, конечно, пожалуйста, Юлия Латынина.
Я, конечно, не хочу быть пессимистом, потому что и сразу скажу, что мы вступили в период очень сильной политической неопределенности. Но мне кажется, что мы недооцениваем один печальный фактор, который называется вот именно степень нерешительности Запада. И я очень не люблю произносить эти слова, потому что очень любит Путин говорить о загнивании Запада, о вот этих вот всех этих неправильных ценностях и так далее. И я хочу обратить внимание, что пассивность Запада, она является продолжением его достоинства, а не его недостатков. Люди не хотят воевать, потому что они богаты. А люди не хотят воевать, потому что у них демократическое государство. А люди, социалистическая политика начинает, социалистическая повестка начинает доминировать на Западе именно потому, что он очень богат. И, конечно, политики, которые говорят, что вот давайте все поделим, они имеют гораздо больше шансов. У них есть чего делить. Но вот все эти достоинства Запада превратились в недостатки в том, что касается борьбы с хулиганами. И получилось, что в мире, где сильные не ведут войн, а наглые ведут войны, и этим Путин воспользовался. И мы видим до известной степени такое возрождение диктаторских режимов. Путин только первая ласточка. Более того, не просто диктаторских режимов, а абсолютно неэффективных, погрязших коррупцией режимов, которые, скажем, там, были характерны для где-нибудь в Азии 17-18 века, но которые в свое время пали под напором Запада, потому что они не выдержали с ним конкуренции. А сейчас мы видим, что вот страны-изгои начинают в своей сфере, да, их никто не трогает. Они продолжают существовать и продолжают погребать в дерьме себя и своих людей, которые в них живут, создавая такой новый 1984 год, уже не глобальный, как у Орвелла, когда весь мир поделен между тремя сверхдержавами, которые все тоталитарные. А мы наблюдаем возрождение вот такого вшивого тоталитаризма на мелких кусаках земли, изолированных от главного тренда мировой политики, который стремится к процветанию. И поскольку Запад ничего не хочет с этим делать, и его, как я уже сказала, прекрасно можно понять, а, собственно, зачем он будет мыть наши руки, то такие режимы, что в КНДР, что где-нибудь в Судане, что какой-нибудь Хамас, что Венесуэла, что Боливия, что Россия, могут быть очень и очень стабильны. Потому что Юлия Леонидовна, я прошу прощения, но все-таки Россия гигантская страна, да, это, ну, правда, это не КНДР на отшибе цивилизации, это страна, которая находится некоторой своей частью в Европе, и это страна, которая связана с Западом, в том числе и нефтегазовыми всякими делами. И да, сейчас Запад попытается. Размер страны не имеет значения. Сейчас имеет значение размер экономики. И я боюсь, что Путин, наоборот, может быть только первой ласточкой, потому что он самый глупый, потому что он самый непрофессиональный, самый коррумпированный. Вот я видела вчера карикатуру, которая меня очень впечатлила. Это была китайская карикатура. На ней резали одну свинью, а другая свинья смотрела. Свинья, которую резали, называлась Украина, была подписана иероглифами, а свинья, которая смотрела, была подписана Тайвань. А вот если то же самое, что Путин начнет делать Си Цзиньпин, и в мир вновь придет идея, что мир можно переделить силой, то просто войну в Украине забудут как маленькую прелюдию к Третьей мировой войне. Михаил Борисович, вы хотели что-то добавить? Нет, нет, я согласен с тем, что говорит Юля, что, конечно, в нынешней ситуации воевать для того, чтобы снять Путина, для того, чтобы разгромить Россию, невозможно. Санкции, я крайне скептичен в отношении удержания даже нынешнего уровня санкций. Чуть пониже они смогут удерживать. Нынешний уровень долго они удерживать не смогут. Просто потому, что сложатся другие цепочки поставок товара. Соответственно, единственное, на что они могут повлиять, это, собственно говоря, на сроки существования самого Путина. Вот я думаю, что мы с этим сейчас и столкнемся.
Еще один вопрос от нашего зрителя, и, наверное, адресую его Любови Соболь. Вы, как политик, много очень общались с самыми разными людьми, и с теми, которые вас поддерживают, и с теми, которые вас не поддерживают. И вы примерно представляете себе, я думаю, срез общества. Вот что пишет наш зритель. Германия изменила политику только после уничтожения Берлина и Временного правительства и союзников. Япония после Хиросимы и Нагасаки. Как образумить зигующий народ без таких жутких способов? Любовь, пожалуйста. Это сложный вопрос. Это сложный вопрос. Я понимаю, здесь очень простой ответ. 140 миллионов разных, очень-очень разных людей. Ну, наверное, если это был бы простой вопрос, то мы бы уже давно нашли на него ответ и путь, и по нему пошли, если бы это было бы все так просто. Наверное, да, до кого-то дойдет это только через какие-то сильные потрясения, которые коснутся лично его и лично его семью. Кто-то задумается раньше, а кто-то вообще это не поймет, даже когда бахнет. Поэтому трудно сказать. Нет однозначного ответа на этот вопрос. Да, что касается того, кто задумывается или не задумывается, да, то есть я общалась в 2021 году, наверное, у меня не было ни одного дня, когда я не общалась с силовиками. Либо меня везли на допросы в Следственный комитет, либо в СИН, либо объяснения у меня берут, либо обыск, либо суд, либо что-то еще. И среди них я встречала огромное, это не единицы, это действительно подавляющее число силовиков, с которыми я за это время сталкивалась. Они все понимают, и многие из них прямо поддерживают. Прям говорят, прям вот заходит вместе с тобой лифт, наклоняет все на ушко и говорит: «Любовь, вы все делаете правильно». Да? Едет со мной в машине сотрудник СИН и говорит: «Любовь, у меня 2 года до пенсии, после этого вместе с вами буду выходить». Я понимаю, что они не выйдут вместе со мной, и что они также будут просто на кухне ругать своего начальника, который держит их за скота, так же, как Путин держит за скотов всех остальных россиян. И что вряд ли от них можно ожидать, от людей из системы, каких-то активных действий, что они выйдут протестовать на улице, что начнут поддерживать Навального и так далее. Но то, что они недовольны сейчас положением дел, это однозначно. Сейчас они в этом винят, им через пропаганду легче обвинять в этом кого-то другого. Да? Mm-hmm. И когда сейчас более сильный спад в экономике, начнут обвинять уже там свое начальство. Сначала Путина не начнут обвинять. Систему, да, маховик вот этот, он уже запущен. Люди становятся беднее, люди пытаются найти, со злости начинают обвинять Запад в этом, всех остальных, оппозиция, пятая колонна, это легко делать. Но в конечном счете... Я думаю, что отрезвление, оно придет. Спасибо большое. Михаил Борисович, вы хотели добавить что-то? Я просто сказал, что CNN объявил, что Россия объявила дефолт. CNN со ссылкой на Standard & Poor's. Россия пыталась заплатить в рублях за 2 номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля. Это сообщение Standard & Poor's, которое опубликовано. Говорит, что это равносильно выборочному дефолту, поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам. Это те сообщения, которые сейчас приходят со ссылкой на CNN. Насколько вообще важно сейчас понимать вот эти общественные настроения и то, что тех людей, которых наш зритель назвал зигующим народом, я бы, наверное, уточнила у Марка Фейгина, который как раз граждан России назвал совсем неважным актором. Я бы по-другому сказал, просто они политически не субъектны. То есть, по существу, они могут проявить эту субъектность, если со знаком наоборот. Когда они, ощущая горечь, что это поражение досталось такими издержками, это и погибшие, это и экономика разрушающаяся, это и
их социальный статус. Мы не будем забывать, что ведь Россия была потребительским миром, она так жила в течение четверти века, ну, я имею в виду при Путине, чуть меньше. То есть ей очень сложно будет изменить свое сознание, что эти люди отныне выпадают из этого всего потребительского мира. Причем, ну, примитивного достаточно. В России он очень примитивный. И простят ли они такое, в принципе? Потому что мы не можем судить, насколько конвертируется это недовольство в политическое требование. Оно никогда не конвертировалось, мы такого никогда не видели. То, что мы говорим о недовольстве, которое видели прежде, оно никогда не переходило в соображение того, что нужно избавиться от этой власти и Путина. Может ли война, а это самый острый триггер, что может быть мощнее, чем война, превратить вот это состояние в новое? То есть конвертировать его в политическое требование, обращенное к власти. Вот по этому поводу у меня большой скепсис. Большой скепсис, потому что, ну, не знаю, как вы, вот я наблюдаю за фокус-группу практически, то, что мы видим на видео, то, что размещается, как реагирует население на операцию, все эти зиги и так далее. Но это не внушает больших надежд. Другое дело, что в этом есть и спасение. Я вам скажу, какое. Если Путина устранят, ни один из них не выйдет. Ни один из них, знаете, как Бунин в «Окаянных днях» написал, когда, значит, куда делись все черносотенцы, дворянские собрания и так далее, когда в феврале не стал государь-император. Так и тут, понимаете, в этом и спасительность того, что и шанс для тех, кто сумеет, в общем, ситуацию изменить наверху, да, что их за это ничего не последует в отношении них со стороны улиц. Улица будет безмолвствовать. И поэтому, на мой взгляд, лучше рассуждать реально, что действительно в той ситуации, которая есть, сам Путин – источник этих проблем. Я имею в виду по отношению к своей же элите. И мы, если какое-то гражданское общество, его тело, так сказать, может воспользоваться этой ситуацией, это было бы благом, если бы суметь то ли через Запад, через эти элиты, что ли, каким-то образом ускорить этот процесс. Они же очень сильно нервничают, понимаете? Очень сильно нервничают. Любое событие, вот сейчас дефолт, об этом сказали, ну, по факту это дефолт, это же внушает такую нервозность, да, а будут ли у нас деньги платить пенсии, подумает обычный обыватель, а подумает министр Силуанов, а не снимут ли его, а того и гляди, и еще что-нибудь плохого. Снимут, это, знаете ли, может быть, для него это будет хороший вариант. Для него, может быть, и даже желаемый вариант. Спасибо большое. Могу я добавить парочку слов? Давайте, и у нас будет финальная реплика после этого. Пожалуйста. Тогда я постараюсь очень коротко. Во-первых, я, конечно, совершенно согласна с Марком, что зигующий народ вовсе не является субъектом политики. И самый это люди, которые не знают, во что они будут верить завтра, они это услышат завтра по телевизору. И самый простой пример, что никто из них не стоит в очередь на призывных пунктах, чтобы поехать в Украину и сражаться там типа против украинских нацистов. Но вот что бы я хотела заметить, что вот обнищание в современном мире, где большинство народа так или иначе зависит от государства, оно как раз не является залогом революции. Вот где-нибудь в середине 17 века в половине стран Европы повысили налоги из-за того, что были неурожаи. И в половине стран Европы, ну, доброй половине, случились революции. Потому что тогда народ – это были те люди, которые своим горбом зарабатывают деньги, платят налоги, им не нравится, когда они повышаются. В современном мире, где общество очень сильно олимпинизировано, особенно в стране, как Россия, вот обнищание не ведет к реакции такой, к бунту. Оно, наоборот, ведет к тому, что обнищавшие люди начинают зависеть от подачи государства и смотрят ему в рот. И я попросила бы вас тогда выступить еще с финальными репликами. Да, вот главное, чтобы вы хотели вынести из нашего сегодняшнего разговора хотя бы вот минутку. Пожалуйста, Юлия Леонидовна. Считайте, что я свою финальную реплику произнесла. Хорошо, спасибо большое. Любовь Соболь, пожалуйста. Мы много тем обсудили, и про народ, и про элиты, и про, и, наверное, больше общались не про будущую Россию, а про то, что сейчас происходит. Если кратко, самое главное, что хотела сказать, что вот дефолт, который мы сейчас обсуждали в конце эфира, это очень мощное слово на самом деле.
Даже мне, человек, который в 90-е годы ходил в детский сад и в школу, слово «дефолт», он вызывает такую какую-то нервную дрожь. Я думаю, что люди, которые были постарше, они уже по-другому, ну, еще более сильно воспринимают. И надо понимать, что вся путинская политика последних лет строилась на вот этих тезисах о стабильности, о том, что как бы не было хуже, и сейчас этого уже не будет. И сейчас никакой стабильности говорить нельзя, будет точно хуже. Люди сейчас это будут чувствовать на себе, и это будет шанс на перемены. Любой кризис – это поиск возможностей, это новые возможности. Я бы хотела, чтобы мы с вами воспринимали это именно так. Спасибо большое. Спасибо большое. Пожалуйста, Марк Фейгин. Да, я коротко скажу. Вы знаете, вот когда мы размышляем и обсуждаем это, мы же понимаем, для того, чтобы хоть как-то повлиять, хоть как-то изменить ситуацию, надо бить в самое мясо, надо в самую точку, чего зависит это все. Да? Вот если бы не было войны, Путин мог бы существовать в этом режиме, дрейфовать дальше, до 2024 года, когда формальные выборы должны быть. Никаких выборов в России нет давным-давно, все четверть века, но мог бы. Значит, он сам пошел на это обострение. В этом есть тоже какая-то такая особенность. Возможно, он проходит какую-то фазу, да, купается в ванной с кровью. Что уж он там еще делает, бог знает. Но в любом случае, сама эта ситуация, она расположила вообще общество к тому, чтобы отреагировать. Другое дело, у него мало возможностей для этой реакции. Война все равно вернется в каком-то виде. Да, не зайдет на территорию непосредственно, но так или иначе мы увидим всполохи этой войны на территории России. Неважно, вот эти мародеры с машинками вернутся, насильники и так далее. Я вас уверяю, что это будет дополнительным фактором на фоне того, что происходит, вызывающим, так сказать, остервенение и в конечном итоге напряжение в такой степени, когда власть может начать шататься. Этому надо способствовать. Надо выбрать вот самое болезненное место и туда нажимать. Я думаю, что война, она и останется таким. Спасибо большое. И, пожалуйста, Михаил Ходорковский. Ну что, коллеги, я хочу на оптимизме все-таки закончить. Российская история показывает, что после проигранной войны через 2 года приблизительно режим имеет огромные проблемы. Последние 2 века об этом свидетельствуют. По какой причине возникнут эти проблемы? Табакерка ли это будет или будет что-то еще? Ну, каждый раз это по-разному, но эти проблемы будут. И вот здесь главный вопрос, куда дальше? Народ – это история длинная, это вопрос образования, тем более, что Путин за время своего правления сделал все, что возможно для того, чтобы, так сказать, обыдлячить так много людей, как он смог. Ну, к счастью, всех не смог, но, вот, как говорится, он очень старался. А выход из этого, по всей видимости, будет через многоукладность экономики, через многоукладность политики и через образование. Ну, а то, что нас должно радовать, что сейчас ни для какой элиты, ни для авторитарной элиты, ни для демократической элиты, ни для национальной, ни для унитарной нету альтернативы выстраивания взаимоотношений с Западом. Запад же на этом процессе, вот на том, что сейчас происходит, он начинает сплачиваться. И вот в этом для нас, как всегда, некий дополнительный залог того, что нам не придется 40 лет бродить по пустыне. Спасибо. Спасибо большое и спасибо, говорю, всем гостям нашего такого вот круглого стола, нашей небольшой конференции. Любовь Соболь, Юлия Латынина, Марк Фейгин и Михаил Ходорковский. Этот эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Большое спасибо всем, кто был с нами. Всего доброго.